Более 2300 участников из 50 стран мира. В пригороде Парижа Ле-Бурже проходит международный авиационно-космический салон. Китай на нем представляет 15 предприятий. Корпорация «Эвик» привезла на осмотр свой многоцелевой истребитель 5-го поколения. Китайская корпорация гражданского авиастроения «Комак» также порадовала новейшей разработкой – широкофюзеляжным дальнемагистральным самолетом. Первый полет лайнера планируется примерно через 7 лет, а возможность купить его появится у заказчиков в 2027 году. Над этим амбициозным проектом работает совместное китайско-российское предприятие в Шанхае. Машина на стадии эскизного проектирования. Окончательный эскиз должен быть готов и одобрен к 2019 году. В планах потеснить Boeing и Airbus. Мы впервые представляем этот широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет за рубежом. В мае в Шанхае основано китайско-российское совместное предприятие. Проект вступил в новую фазу реализации. Этот лайнер будет рассчитан на 280 пассажиров. Дальность полета составит 12 тысяч километров. Континентальная дальность. Мы представили истребитель 5-го поколения Дзянь-31. Главное в нем незаметность, маневренность и сверхзвуковая скорость. Конечно, это пока только перспективные исследования, но все задействованные технологии довольно зрелые. Кроме того, машины отличают оптимальное соотношение между ценой и качеством.